наркотики вы пробовали? Я не пробовал тяжелых наркотиков. Я пробовал в Америке, пробовал там марихуану, пробовал. Очень смешная была история в нас на Сибириаде. Очень смешная. Приехал Бертолочи на съемки к Андрону и подарил ему ноготь гашиша. Вот такой с ноготь человеческий. Тайна, такая козявка такая большая, коричневая козявка. И, значит, это ваш я, Андрон и я. Блядь! Не знаю, что с этим делать. Мы всю эту козявину запутали в сигарету. Значит, и заснули. Значит, мы сели, такой ритуал, да, значит, и мы в курсе. Через минуту... Ё-моё. Сука, мне похуй на... Сука, мне похуй на лобоёбов! Сука, мне похуй... Сука, я курю говно! Как Тимур Гуло? Как Тимур Гуло? Как Тимур Гуло? Как Тимур Гуло? Я играю в хомяка, как Тимур! Я играю в хомякоин! Михалков наркоман! Сейчас пойду отобью. Открывай дверь. Выходи. Я стою. На моих ногах шампур. Я не знаю. Почему я должен это делать? Я не обязан это делать. Ко мне пришли люди, я не собирался им открывать дверь. Я будто Ярик. Я будто Ярослав. Нахуй твою улицу! Урезкова заебись! Пошла нахуй! Фак! Нахуй!